Всем привет! Привет! Сегодня мы идем в излюбленное наше место. Сайдерия! Вот. Если китайскую кухню надоедает, то мы идем в это кафе. Это смесь китайской и итальянской кухни. Там есть пицца, паста. В общем, покажем. Очень удобно, что позвать официанта можно, нажав вот на такую кнопочку. То есть мы нажимаем, и вот она подходит к нам. Да, не надо звать, эй. Это будем пробовать первый раз. Еще преимущество данного кафе, что здесь безлимитные напитки. Оплачиваешь только за стакан, стоимость стакана 7 юаней. Подходишь вот сюда, берешь стакан, тебе вносят его в счет, и наливаешь сколько хочешь напитков. Ну, допустим, вот это. Напитки очень вкусные, это не разбавленные, сладкие, хорошие. Также есть горячие напитки. Кофе, какао, горячее молоко. Ну, еще много другое. Можно помыть стакан и налить себе другой напиток. Также можно чай заварить, есть кипяток. Вот так вот. Можно отпиться здесь в соках. Вероника вот себе какао налила. Вот нам уже картошечку принесли. Вообще, нам это кафе очень нравится. Здесь излюбленное место для европейцев. Очень частенько встречаем иностранцев. Мы заказали колбаски гриль. Очень похоже на российскую колбасу. Так, Катя, рассказывай, что нам еще принесли? Это паста? Паста со сливочным соусом, с мясом. О, вот такой мы не пробовали. Это картошка с беконом, да? Да, картофельное пюре. И вот наше излюбленное блюдо. Ракушки. Ракушки. И салат. Ладно. С салями. Пиво просто божественное. Пиво нам здесь очень нравится. Не похоже на китайское. По этикетке вообще тут японское даже написано. Вот. Все. Кирин бир. В общем, оно крепче, чем обычное китайское пиво. Обычное китайское пиво где-то 3,6, 3,4. До 4. Когда поешь, вот такую штучку берешь из-за стола, вот такую штучку из-за стола берешь, достаешь и идешь на кассу рассчитываться. Пойдем, пошлите. А у нас не оказалось этой штуковины, поэтому нам сказали номер, у нас 32 номер. Сейчас Катя скажет 32 номер. У нас вышло 171. Сегодня мы реально очень много заказали. Короче, мы сегодня много съели, много выпили. Вот. И замерзли. Нормально. Там кондиционер очень. Катя замерзла сегодня. Всем, кому понравилось это видео, ставьте палец вверх. Да, подписывайтесь на наш канал. Всем пока.